Всем привет! Сегодня покажу вам, как цветет наша катальпа. Она уже практически вся распустилась, даже уже некоторые цветочки попадали, вот видите. Но она часть цветет, часть отцветает. У нее такие цветочки. Посмотрите, вот какие. Сейчас я в другом месте, более ярче будет видно. Ближе, как бы это. Ага, вот здесь вот. Вот все дерево зацвело. Боже, такие цветы. Столько цветов. А запах разносится по всему двору. Пчел столько у нас сразу появилось. Вот поближе вам тот цветочек. Как оно выглядит. Это просто невероятно. Такой аромат. И так оно все красиво. Все дерево буквально усыпано этими цветами. Вот тут вот тоже видно. Вот на солнышке. Такие гроздья огромные просто. Просто огромные. А листья у самой катальпы в форме сердечка. И некоторые из листочков достигают где-то в диаметре сантиметров 20-25. А есть такие индивидуумы, что до 30. Но вообще невероятно красиво. Очень ароматно.